Помнишь, как мы с Крисом продавали лимонад? Хорошо, с вас 10 центов. Крис, налей мужчине лимонад. Не могу! Лимонад меня провел и сбежал! Лимоны, это ваши дети! Почувствуй себя игроком НФЛ? Наверное, здорово! Пацан, ты лучший! Подпиши контракт, я тебя залучу! Гриффин, марш на поле! Дай! Колено! Врачам? Тебе больше никогда не играть. Увы, пацан! Ты собирался купить мне дом! Теперь у меня головные боли. Сохраню мозг для науки. Привет, Джером. Прибери мой столик. Там кто-то оставил мусор. Джером, скажи этому... Сюда нахрен, пока я ему с ноги врыла. Питер, может, присядешь за тот столик? А, черт, за ним сидят секретарши после работы. А мистер Дэмерсон, он холостой? Я не знаю. Танцев никаких! Но, Питер, почему ты так долго искав Бога, попросил у него только отстать от патриотов? Нет, я еще кое о чем попросил. Что происходит? Не смотри на нее, все хорошо. Смирись, еще секунда и все. Ой, Питер, это, наверное, самый глупый твой поступок. Нет, мой самый глупый поступок — открыть банку звездюлей. Звездюли? Лоис, зачем ты их купила? Распродажа была. Что ж, остались лишь я и ты, моя тень. Тень! Это дом божий. Мы зайдем туда, поговорим с Богом и все утрясем. Просто как раз два... Кохокский колледж. Учебники. Три, Крис, я не могу. Мне надо на тренировку безумия. Вертушки! Вертушки у меня в голове! Голоса! Злая рыба! Как у него дела? Плохо. По-прежнему думает, что это какая-то тренировка. Именно я выяснил, сколько музыканты должны смотреть друг на друга во время гитарного соло. Да, мы на одной волне и показываем всем, как нам нравится песня. Все. Все, можешь отвернуться, Винс. Ну все, надо допеть песню. Отвернись, смотри на что-нибудь другое. Рад, что ты меня не послушал. Питер, будешь еще вафли? Не могу, Лоис. Обещал Дженнис ее подменить. Можно мне два яйца на тосте? Конечно, милый. Филе яйца на хлебном эскалопе. А мне хот-дог с кетчупом и желе, пожалуйста. Гав-гав с помидорным джемом и фруктовый студень. Можно прожаренный гамбургер с салатом и помидором. Котлета в булке с зеленой и красной фигней с грядки. Можно мне зайти в туалет? Телефонный столб в купальню, щепотку солнечного света. А толстяк испортил мне день рождения. С днем рождения, Стюи! Вот твой утешительный торт, Питер. Ура! Ты что? Ура! Два желания! Первое. Второе. Интересно, что еще по-другому? Как у нее промежность выпирает в этом трико. Лоис, чтобы покончить жизнь самоубийством, вены надо резать вот так или вот так. Поперек для внимания, вдоль для результата. Мэг права. Ладно, ты мне ближе, чем моя собственная правая рука. Боже мой, ты тоже любишь омлет. Вот, не тушуйся, поешь. Ого, как ты навалился. Жуй, не торопясь. О боже, он подавился. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли. Как у тебя только наглости хватило прийти, Шерил? Не понимаю.